Уборочные работы в республике близятся к завершению. Ход жатвы проинспектировал и глава Чувашии. Михаил Игнатьев посетил крупные хозяйства Комсомольского и Яльчикского районов. Подробности в следующем материале. Урожай среди передовиков. В колхозе с таким говорящим названием собрали уже свыше 4000 тонн зерновых. Благодаря научному подходу и грамотно спланированной работе можно получать большие всходы, отметил глава региона. Ведь одна из проблем южных муниципалитетов – частая засуха. Южный куст каждый год почти страдает из-за засухи. Не северные районы, а южный куст. Сейчас уборочная страда в республике на финишной прямой. В колхозе урожай должны убрать и свыше 100 гектаров кукурузы. Эта культура необходима для корма коров. Царица полей заменяет комплекс витаминизированных добавок и повышает удои молока. Цена кукурузы в количестве початков. Вот посмотрите, сколько початок. Отличный будет урожай. Радует и урожай второго хлеба. Так, в Яльчикском районе с одного гектара получают свыше 30 тонн. У картофелеводов горячая пора. Пока позволяет погода, убирать поля готовы круглые сутки. Есть 500, чтобы не перерастало, особенно сорт Evolution. Он искривляется. Справимся. Дней 9. Ну, ночью будем работать. Днем и ночью. Вот сегодня ночью еще не запустили, потому что комбайны только зерновые вчера освободились. Будем запускать ночью. Молодцы, смотрят на перспективу. Перспектива за своими семенами картофеля. Их выращивают под куполом вот таких теплиц. Это опытные поля для экспериментов. Специалисты изучают вкусовые качества, устойчивость к вирусам и урожайность семян картофеля. В теплице мини-клубни попадают прямиком из лабораторных пробирок. Это многоклубневый, это сорт «Метеор». А есть еще «Рацхарин», вот «Гулливер», у них не так много клубней. Это разные сорта, что сейчас? Нет, это один тот же. Лучшие сорта пойдут в продажу. Ключевая задача агрофирмы – замещать поставки семян картофеля из-за рубежа. Михаил Игнатьев отметил, что селекционная наука в республике шагнула далеко вперед. 30 тысяч клубней вот в этом году, если они вырастут, посмотрите, 30 тысяч клубней. Посадили его, ну, может быть, там, с учетом потерь. 4 гектара будет. 4 гектара. И уже с каждого клубня там будет по 15-20 клубней картофеля. Один клубень 25 рублей стоит. Вот это? Один. Один? Один клубень 25 рублей. Имеет такую цену. Минимум. И так далее. Минимум. Ярмарку проводим, картофель. Там практически 10 штук продают за 300 рублей или за 500 рублей. Залог урожая следующего года – зимы и культуры. К посевным работам приступили все муниципалитеты. Здесь многое зависит от того, как специалисты обрабатывают поля. В этой агрофирме даже после гибели ячменя и пшеницы весной получили высокие всходы. 32 центнера, по-моему, получили. Или 27 центнеров, по-моему, а зимы у нас получили. То, что остались, мы вот получили 150 тонн. Глава региона проинспектировал и ход благоустройства районного центра. Сейчас в Яльчиках продолжается ремонт дорог, а по программе реализации местных инициатив в муниципалитете установили современные площадки для сбора отходов с защитой от ветра и влаги. Власти района переняли опыт Москвы. Там же и вороны растаскивают все, и ветер разбрасывают, и собаки, и кошки, поэтому кто не доделал, им надо, можно даже доделать. Для жителей села продолжают создавать комфортную среду. За последние годы преобразился центральный парк культуры и отдыха. Жителям села Яльчики не занимать в оригинальности. В благоустроенном парке районного центра установили музейный экспонат, настоящую живую повозку. А еще конную косилку для сенной уборки. Тоже музейный экспонат, который сохранили работники одного из колхоза. Глава региона отметил, что на развитие сел в бюджете заложены многомиллионные суммы. Дмитрий Ковалев и Валерий Резюков. Республика.